Дорогие дети, в первый день июня принято отмечать День защиты детей. Решение его проведения было принято Международной демократической федерацией женщин. Праздник этот символизирует не только радость для детей, но и напоминание для взрослых о том, что дети нуждаются в их поддержке, понимании, заботе. Во всем мире этот день называется Международным днем детей. Почти каждая мировая страна официально отметила эту дату в своем календаре, как праздничную, с 1950 года. И неудивительно, ведь дети, как никто в этом огромном мире, нуждаются в помощи и поддержке взрослых, и особенно те, которые лишены родительской заботы, тепла. Международный день детей – это особенный праздник. Именно в этот день во многих странах мира проходят различные детские мероприятия, конкурсы, фестивали, развлечения, благотворительные концерты. Этот день призван напоминать взрослым, что дети – полноправные члены общества и имеют право расти счастливыми, реализовывать свои детские мечты, заниматься спортом, танцами, петь, рисовать, посещать кружки по интересам, готовиться к выбору будущей профессии. Так давайте же сегодня прикладывать все усилия, чтобы наши дети завтра могли с улыбкой вспомнить годы, когда они были маленькие, когда они росли и входили в взрослую жизнь. Давайте реализовывать их детские мечты и поможем им быть счастливыми. Дорогие детки, мне очень хочется сегодня пожелать вам мира, радости, добра, позитивных эмоций, исполнения желаний, чтобы ваше детство у вас было счастливым и безоблачным. Родителям здоровья, безграничной любви к своим чадам. Ваш депутат Владимир Осипов.